Шеф-повар Максим Григорьев. Салат адыгейский в тарталетках. Не берусь утверждать, откуда взялся рецепт этого салата, знаю одно, его бесконечное количество лет готовит моя мама, поэтому я, абсолютно ничтоже сумняшися, присвоила авторство себе. Надеюсь, она об этом не узнает. Время приготовления – 20 минут. Ингредиенты. Крабовые палочки 200 грамм. Лук репчатый 1 штука. Майонез 100 грамм. Перец душистый молотый 2 щепотки. Соль 2 щепотки. Сыр адыгейский 250 грамм. Тарталетки вафельные 12 штук. Яйца куриные 3 штуки. Шаг 1. Продукты для салата: сыр адыгейский, яйца куриные вареные, луковица средняя, крабовые палочки, или мясо, или вареные креветки, тарталетки, примерное количество 12-15, майонез. Шаг 2. Сыр адыгейский потрем на средней терке. Сложим в салатник. Шаг 3. Вареные и остуженные куриные яйца очистим от скорлупы и потрем на средней терке. Шаг 4. Крабовые палочки нарежем небольшими брусочками. Для экономии времени я беру сразу штук 6-8, нарезаю их продольно, а потом всю эту кучку шинкую. Получается лихо. Шаг 5. Луковицу очистим от шелухи и нарежем так мелко, как это позволяет наше мастерство. Лук чувствоваться в салате должен, а твердые куски луковицы попадаться нет. Шаг 6. Смешаем все нарезанные и натертые ингредиенты в салатнике. Поперчим от души свежемолотым черным перцем. С солью не перестарайтесь, салат должен оставаться нежным. Шаг 7. Заправим майонезом и разложим по тарталеткам. Шаг 8. Украсим по своему желанию. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.